Салам алейкум. Я еще пока... Ничего, ничего. Салам алейкум. Как здоровечко? Не оделся из-за того, что жарко. Увидел. Как дела, дорогой? Да, спасибо. Ты назвал это у меня? Все хорошо? Все хорошо. Ты не скоро помолодел ты вообще. Холодильник спит. Да, да, да. Че, поехали? Так, сейчас как раз сезон у нас, Алишер, арбузы в дыне, так что рыбалка не будет рыбалка, если мы не возьмем арбузы в дыню. Правильно. Кто в этом нам поможет? Арбузы у нас сладкие, вкусные, сочные. Восточные, да? Да, восточные. Сейчас у нас освободится продавец. В комнате можешь выбирать? Да, да, да. С холодильника сразу возьмем, да? Давай, я думаю, да, холодненький, да, что... будет? Да, да, с холодненькая. В комнате тогда мы вступаем тебе в выбор. Все, все. Я знаю, что он должен звучать, да, хорошо? Есть еще такой этот, если она подлиннее, это самка. Самка, да. А если круглая, это самец. Это значит, мы будем брать самочку, самца. Да? Самца. А самца будем самца. Брать? А я думал наоборот, самка будет вкуснее. Холодильник есть у вас холодный, да? Нет. Почем килограмм? 3000. 3000. Помните, он у нас выберет сейчас? 3000 сумов. Сумов, да. Звучит как барабан. Вау. Смотри. Видишь? Все, понятно. Вот это арбуз. Дыню будем брать? Дыню, да, обязательно. Один арбуз, да, хватит? Это баргина, его тоже хрустит, да? Да, очень вкусные. У них разные привкусы, да? Они не пахнут, но они вкусные. А это пахнет вот тоже пахнет. Очень вкусно, да. Это обинабот, одна из моих любимых сортов. Он во рту тает, его берешь, он во рту тает. Вот, хороший. Выбрал? Да. Ну все. Обинабот один тоже возьмем, да? Да, да. Я все вкусно. Бухарские дыни. Сладкие, сладкие, как мед. В конце недели я запланировал поехать и развеяться со спиннингом. Но неожиданно позвонили друзья, которых я не видел лет 20. Это человек из мира знаменитости, крутой композитор, певец, к тому же заядлый рыбак Алишер Шейх. И наш общий друг, большой любитель рыбалки Кумиль Шукуров. И пригласили они меня половить сама. Отказаться я, конечно, не смог. Я очень рад вас видеть. Я тоже взаимно, дорогой. Вообще шикарные места. Рыбалку этим чудесным жарким летним днем мы начинаем на озере Кюлебеном. Это водоем расположен в окраине города Бухары. Как и большинство пустынных озер, оно было создано человеком. Благодаря этому в пустыне возник этот оазис, со всех сторон окруженный пустыней.
Наша сегодняшняя цель – это удовольствие от самого процесса ловли, общение в кругу близких друзей и, конечно же, отдых. И так как с нами сегодня Алишер Шейх, живая музыка, душевными песнями нам сегодня гарантирована. Здесь дикий водоем, здесь все рыбы дикие, очень хитрые, но мы постараемся их поймать. Здесь очень крупные, значит, особи рыб сазаны водятся здесь до 25-30 килограмм, и белые амуры. А самые тоже очень крупные здесь. Ну, самые основные ночью, да? Да, самые только ночью мы будем насаживать живцов и постараемся поймать сегодня трофеев. Получается, заходит вода самого Бухарского канала, это вот мутная вода. Пресная вода. Пресная вода, и рыба заходит отсюда, правильно? Получается, водоем дикий. Дикий. Здесь на прикормку, на что-то другое ловить ничего не... На бойлы, например, ничего не поймаешь. Креветка и черви. Черви, креветка и живцы. Живцы, да. Да, только на живцов. Наверное. Сопротивляется. Сом. Вот по мне, смотрите. Первый подогрев есть. Только вот дрыскался, забросил сразу клюнул. Ой, да какая. Аксоберу повезло, да. Ай, крючок у меня Аксоберу вытащил. Не, вон, да. Опа. Смотрите, какой красавец. Сом альбинос. Ну, это не альбинос, это амубухарский, да? Вот, амударинский сом. Светлый-то белый такой. Да, он как альбинос получается. Смотрите, какой. Саменок, мы, конечно, его отпустим. Мучить не будем, Аксубер. Пусть растет. Но сон красивый, конечно, очень даже. Побольше сейчас пленок. Сейчас мы еще живцов поймали. Сейчас ближе к вечеру. Дай бог. Будем делать заброс. Алишер? Отлично. Хороший, да, цвет? Альбиносик. Гомель почти есть. Процесс начался. Алишер, ты талантливый композитор, великолепный певец. Откуда тебе любовь к рыбалке? Как тебе занесло? Вообще-то, с детства я был рыбаком. Меня дядя приучил к этому. Не знаю, это такое удовольствие. Я от этого получаю полную, можно сказать, эмоциональную отдых. И первую рыбалку я помню, когда... Приезжал в музыкальную школу, у меня инструмент был, а рядом с инструментом еще у меня удочка была. Приезжал в музыкальную школу, не заходя в музыкальную школу, напротив был Лябе-хаус. Да, у нас да, есть. Да, это в центре города. Да, первая музыкальная школа – это дом Ло Халима Ибадова. Я не заходил еще на урок, рано было, заходил в этот в Лябе-хаус и там ловил рыбу. Учитель наблюдал за мной. Время уже на урок идти. И он сверху наблюдал, что я сижу там рыбачу. И как-то интересно все было. Когда я вернулся, я говорю, ты хоть поймал что-нибудь? Мне было стыдно перед ним из-за того, что сидел рыбачил, все, опоздал на рыбалку, на урок. Ну, вот такая была ситуация. Получается, ты с детства, да? Да, с детства, да. Ну, а потом как-то долго я забросил. И во время как-то... Во время карантина, во время пандемии, было время достаточно свободное. И рядом у нас с домом в Москве был пруд. Думаю, пойду порыбачу. Взял такую бюджетную такую удочку, пошел,
вроде бы получилось, я говорю, что-то мне понравилось. И все профессиональное оборудование для рыбалки. Ты находишь время, вот у тебя такой график, считай, концерты, выступления, какие-то по городам вот ездишь. Находишь время, да, выйти на рыбалку. Да, у нас каждый год мои друзья есть, братья. Приглашают меня в Астрахань на 10 дней. Бывает на 12, бывает на 6. Еду с ними, отдыхаю. Ой, рыбы, конечно, там очень клево там. Щуку да ловил? Щуку. Я все почти рыбы ловил. У меня моя мечта есть щуку поймать, честно, потому что у нас его в Бухаре нет. Нет, бизнес, да. Ну, будет возможность, приедешь, мы поедем с тобой в России, в Москве, щуку или в Астрахань как-нибудь. И какая же рыбалка обходится без шашлыков? Шашлык на природе, в кругу друзей, еще та вкуснятина. Наш костер разгорелся и дал нам невероятно жаркие угли. Начинаем насаживать мясо на шампуры и укладывать их на мангал. Дым, пропитанный ароматом пожаренного на углях мяса, разносится по всему берегу. Здесь однозначно уместна фраза «Соседи, берегитесь». Неимоверный аромат и душистый дымок поднимается в небо, заманивая всех к нашему восточному дастархану. Пустыня жаром обдала, стоит с наганом Абдулла. А я кричу, тебя хвалю, душистый плов и пахлава. Я бил мне загорелый лик, обрит печеночный шашлык. И говорят со мной на «ты», самса, лепешки и манты. Сижу как шейх и пью как хан, от я спрогнулся до Дастархан и застонал желудок мой. Ой, бек, отпусти нас всех домой. Та-ра-ра-ра, па-па-ра-ра-рам, та-ра-ра-ра, та-ра-ра-рам, та-ра-ра-ра, па-па-ра-ра-рам, па-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-рам, па-ра-ра-ра, па-па-ра-ра-рам, па-ра-ра-ра, па-па-па-рам, па-ра-ра-ра, па-па-ра-ра-рам, па-ра-ра-ра-ра-рам, па-ра-ра-рам. А ночью вновь в хмельном бреду я ем бухарскую еду, инжир, лагман, орех в меду. Я ем бухарскую еду. Я бил мне загорелый лик, обрик печеночный шашлык. Дал мой тесто в шоколаде, спасибо, Новиков Аркадий. Сижу как шейх и пью как хан, от я спрогнулся до Дастархан и застонал желудок мой. Ой, отпусти меня домой. Сижу как шейх и пью как хан, от я спрогнулся до Дастархан и застонал желудок мой. Ой, бек, отпусти нас всех домой. Ой, бек, отпусти нас всех домой. Ой, бек, отпусти нас всех домой. Браво! Браво!
Маэстро. Шуточная песня была это. Супер. Что здесь? Сом, сом. Не, Саменок. Ну хани ты. Саменок. Я этого мечтал до сегодняшнего дня, Кольбик. Не, ну хорошего, слушай, маленький, но смотри какой. Все самые светлые, амударинские, да? Да, очень красивые. Как альбинос. Хороший самый. На что взял ты его? На нарезку, да, получается? Нарезку, да, брат. Амударинский сом. Она отличается тем, что окраской. Потому что вода мутная, вода течет между двумя пустынями, Кызылкум и Каракумы. Получается светлая вода, как кофе. И вот сами вот такие получаются. Саменок. Ну, ты его отпустишь, наверное. Да, да. Да, потому что маленький. Был бы хотя бы больше 10 килограмм, можно было бы взять его. Все, все. А так саменок маленький. Мои поздравления, дорогой. Спасибо, брат. شب مختوب به مختوبه کشیدم چیلی مینو کرایو خاله کشیدم شب مختوب به مختوبه کشیدم چیلی مینو کرایو خاله کشیدم چیلی مینو کرا از بندش شد و شد نمیدانم که یار من کجا شد چلی مینو کرا از بندش جدا شد نمیدانم که یار من کجا شد نرو 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 جانم نرو به دلم نرو به نرو 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 جانم نرو به دلم نرو به زلفونت بود توری رو بابم چی میخوایی از این حالی خرابم تو کی با من سریاری نداری چرا هر نیمه شب آیی بخوابم نرو 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 جانم نرو به دلم نرو به نرو 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 جانم نرو به دلم نرو به غمیش قد بیابان پرورم کرد پروری مرغی بی بلو سرم کرد خودت گفتی صبر کنی صبری صبری گرپای خواب بر سرم کرد خودت گفتی صبر کنی صبری صبری کرپای خواب بر سرم کرد نرو 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 جانم نرو به دلم نرو به نرو 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 جانم نرو به دلم نرو Очень красивые места. Природа здесь очень красивая. Рыбы много. Вообще на рыбалке терпение должно быть. Когда терпение есть, тогда и рыба будет. Междуречьем издревна ты сверкаешь, как звезда, ярким маяком земли ты осталась навсегда. Древний Рим и Вавилон, ровесники с тобой, к
колыбельную тебе запевал Памир седой, сединой одарена. Ты на счастье нам дана, слово гордая моя Бухара. Золотые минареты, голубые купола, о, волшебница моя Бухара. Золотые минареты, голубые купола, о, волшебница моя Бухара. Среди солнечных пустынь, среди цветущих долин, город зодчих, город муз, золотошвеев и искусств. Серебром течет шахрут, что ни камень, ни изумруд. Ярко, словно как атлас, ты прекрасна без прикрас. Сединой озарена, ты на счастье нам дана, слово гордая моя Бухара. Золотые минареты, голубые купола, о, волшебница моя Бухара. Золотые минареты, голубые купола, о, волшебница моя Бухара. О, волшебница моя Бухара. Браво! Молодцы, молодцы. Алишер, что для тебя рыбалка? Каждый раз я задаю этот вопрос своим друзьям, гостям, и каждый раз получаю разный ответ. А я вот хотел бы узнать, что для тебя рыбалка? Ну, прежде всего, Айбек, рыбалка для меня – это процесс самоподготовка. Начинается из дома, это когда ты подготавливаешь свои снасти, на что ловить. Идешь на рынок, делаешь все, закупы какие-то, вот это все, подготовка. Вот это начинается вот с этого. А потом приходишь, само место, закат, если ты на сутки идешь, закат, рассвет, это все. Нита. Приготовлений обеда, завтрака, ужина. Ну и рыбы. А для тебя это главное? Общение с друзьями. Вот это процесс, когда ты смотришь на снасти и задумчиво смотришь, мечтаешь о чем-то. Вот какие-то мысли приходят. Может, даже и новые песни иногда приходят в мыслях человека. Я творческий человек, подход у меня творческий, и, может быть, я получаю какую-то энергию от этого, от рыбалки. И вот это меня вдохновляет, я получаю от этого удовольствие. Видя вот такие пейзажи, сейчас вот... Ребята сейчас закидывают. Закидывают, да. Настя, вот подготовка. Это кайф это. И это ни с чем не сравнить. Очень хороший сазанчик, смотри. Это у нас первая поклевка ночная. Сазанчик вот по милю поползал, смотрите какой. Сейчас взять. Смотрите какой светленький. Дикий сазан. Окраска, смотрите какой светлый. Кумиль, мои поздравления. Спасибо. Начало положено. Я думаю, ночь у нас впереди, Манда. Так что. Смотрите, какой сазан. Золотистый. О, ну я его отпущу. Он еще маленький. Это будет правильный поступок. Да. И красивый. Да. Я его отпущу. Я хочу сегодня у меня в плане поймать 10-килограммового. Ну еще вся ночь впереди у нас. Да, конечно. До завтра. Я думаю, нам повезет, и мы поймаем достойного сазана. Так что держи. Да. Вот он. Сказал опять?
Да, сажал. Да, такой же кусок. Да. Вот он. Вот он, вот он. Это побольше чуть-чуть. Чуть побольше, да. Да. Ну почти так, чуть побольше. Да. Чуть побольше. Вот. Больше это. Классно. Да, да, больше это. Это больше. Сазанчики белые. На креветку пошел? Да, на креветку. Сазанчик. Поклевки начались, сколько идет? Начались, да. Смотри какой. Это нашел тебя на креветку тоже? Да, на креветку. Давай, все, подними камень, сейчас возьму. Вот у нас сазанчик дикий. Что-то мы с тобой в ясли попали, слушай. У кумеля тоже пару поклевок было, почти такого размера, но один сейчас, по-моему, чуть побольше было. Вот там угорлицкий сазан. Серебристый. Можно сказать, какой-то как альбинос. Держи, дорогой. Сопротивляется. Что, поклевка, Али? Да. Что-то сидит, не знаю что. Посмотрим. Пассирует только. Но есть, главное. Ага. Так. Мне надо сейчас им. Блин, надо чуть-чуть. Все подержи, давай. Давай. Стой. Еще видишь. Здесь хороший. А что, наживка у нас какая была, Алишер? У нас наживка была здесь тоже креветка, на сазана. Значит, сазан у нас. Сазан должен быть. Получается, дикий сазан у нас. Вот он, смотри, хороший, какой. Хороший. Смотри, как он играет. Что там это клюет, а? Клюет. Мне кажется, побольше уже сазанчик у нас. Айми, какая вайкари мечи. И что, сейчас он запутался, смотри, как он. Красавчик. Побольше. Удочку потянула, смотри, какой красавец. Красавец. Вообще сазан другой. Ой, глаза какие у него. Ой, альбинос. Сама форма на подпище, смотри, какой. Необычный. Бомбезно. Бомбезно. Поклевка чисто на креветку. Сами он попался на креветку, на нижнюю губу. Смотрите, какие высокие. Конечно же, его отпустим и будем его мучить. Сом, пожалуйста, сомик. Я тоже сама поймал. Если что. Я тоже сама поймал. Если что. Пожалуйста.
них ты. Ну, стой, 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 стой. Показать. А что поклевка была, Алексей? На этот, как его? На креветку. Сазанчик, сазанчик. Вот. Все уже, не дергайся. Не дергайся. Еще раз. Нужно будет сразу. Утренний первый улов. Ланчик. Ну что, Алексей, время 7 час утра уже, 7, будем собираться, наверное, домой. Да. Подводя итог сегодняшней рыбалки, я думаю, что рыбалка удалась нам. На 100% удалась. Да, всю ночь мы не спали, вытаскивали. Точно. Сазана, самёнки попадались, альбиносы. Да. Какие у тебя эмоции, какие впечатления? У меня эмоции, впечатления на высшем уровне. Это было просто сказочно. То, что я хотел. Ну, такой большой рыбы-то не поймали, но... Ну и... У нас средняя, можно сказать, такая получилась. Да, крупной рыбы не было, но мы... Не было, я средней. Думаю, что мы получили эмоции. Да, адреналина да, достаточно адреналин, до утра, чтобы сказать, что рыбалка удалась. Удался, удался. Да. Альбек, спасибо. А тебе спасибо, Алексей. Всех благ. За прекрасные песни. Удачи, мирного неба над головой. До новых встреч на телеканале Дикий. Бариди ай сари дастан, гири тори гама тастан. Ту сад барги кадом боги, ту буди бульбули мастан. Бариди ай сари дастан, гири тори гама тастан. Ту сад барги кадом боги. شکر دختر شاهی دختر و دختر هی شاه دختر شکر دختر شاهی دختر و دختر
با دستت کردی دستمانم با زوفانت زدی شانم گرفتاری تو بگانم تو صد برگی کدام باقی با دستت کردی دستمانم با زلفانت زدی شانم گرفتاری تو بگانم تو صد برگی کدام باقی شاد دختر شکر دختر شادی دختران دختر شاد دختر عسل دختر شادی دختران دختر بروی حولیت انجی در و دروازه یک زنجی دو چشمت بخوابی من تو بودی بلبولی مستم پریدی ای سری دستم گرفتاری غمت هستم تو صد برگی کدام باقی با دستت کردی دستمانم با زلفانت زدی شانم گرفتاری تو بگانم تو صد برگی کدام باقی شادوختم